Основная частка, амаль 80% сельскохозяйственной продукции, вырабатывается на Могилёвщине предприемствами и организациями. Больше за 17% доля фермеров. Господарки насельництва занимают в огульном объеме вытворчести меньше за 3%. Але значность этих селянских подворков для жыццядзейнасці вёсак и добробыта у людей зауважная. Тем больше, что нярэдка великие пасобные господарки становятся с тягом часу фермерскими. Наш репортаж из агрогородка Пудовня от Рыбинского района. Добрый день. Добрый. Расскажите, кто вы по профессии? Я по профессии пиар-менеджер. Но гуси ваши. Гуси мои. Дзіна, Мікіта і Васіль Гурковы – маладое пакаленне сем'яў, якія здаўна жывуць на Дрыбіншыне. Рашэнне вярнуцца з гарадоў і застацца ў вёсцы адзінадушнае. Ну вот мы развиваемся здесь, как-то стараемся, работаем. У нас есть не только гуси, у нас есть куры, утки, индюки, индоутки, овечки, поросята. То есть вот мы вот, так сказать, бросились всеми силами в сельское хозяйство. Особистая подсобная господарка Гурковых уражвая нават не колькостью птушки, баранов и свинок, а тем, что вся эта живельная громада мирно пасвится разом на великим подворку. Пятиклассник Василь любит кормить живёлу, планует жить у вёсцы, где больше просторы и все свое, и хочет стать будовником, как его батька, майстер на усе руки. Город – это не наше. То есть в городе нам скучно, там делать нечего. Здесь свобода, здесь движение, жизнь, природа. А там, я не знаю, там, что там делать. Работа, дом и все. Зато и на селянской господарце клопотов хапая. Будовля, наладживание быту, догляд птушки и іншей живелы, каб скористать усе махчимости для вырабу смачных и корыстных сельских харчов. Мета сям'ї Гурковых – своя экоферма. Яе основой будет гэта гучна птушиное царство. А на выходе – чистая продукция. Во-первых, я их кормлю всех продуктами со своего огорода. То есть у меня нет такого, что я купила что-то там химическое, там, знаете, витаминами напичкала их, как обычно сейчас это делают. То есть у меня все со своего огорода. И оно будет, продукция моя будет чистая, настоящая. Поэтому вот я считаю, что эко, вот, ну вот, смысл в этом. Эко – это чистая, хорошая продукция. Экоферма справа, якая потребує высилков, выдатков и часу. Однако семья готова наживать господарку и досвід поступово. Молодые люди вернулись жить и будовать свою справу на малую родиму, у Пудовню. А что вырашить на гэты конт их дети, будущее покажет. Я желаю вам стать успешными, никогда не болеть и хорошо жить. У Могилёвской области у сельскохозяйственном секторе на предприемствах перепрацоўчай промысловости працуе каждый девятый занятых у экономицы. Однако людей, которые занимаются сельской господаркой, все ж таки поболей, коли уличить вяскоўцаў и гараджан, которые занимаются уласной господаркой, эта личба будет еще большей. Илона Иванова, Юрий Власцов, новини региона.